Добрый день! Сегодня покупки в магазине Бум. Это оптовый магазин, низкие цены. Давайте посмотрим, что мы там купили. Муж ходил в магазин сам, взял туалетную бумагу вот такую, лилия. Цены покажу в конце. Печенюшки вот такие. Печенье минутка. Далее чай зеленый с ромашкой. Халву взял. Мороженое взял. Вот такой пломбир обычный. Два вот таких вафельный стаканчик с шоколадной крошкой. И просто белое ванильное мороженое. Также сыр голландский. Такой. Так, печенье к чаю. Еще взял овсяное. И вот такие сухарики. Мы любим чай с сухариками пить. С ванильным вкусом сухарики. Давайте посмотрим чек. Кому интересно, нажмите на паузу и посмотрите, какие цены. 721 рубль потратил в этом магазине. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.